Домовый воробей – это наиболее распространенный вид из рода настоящих воробьев семейства воробьиных. Обычно они обитают рядом с жильем людей в городской и сельской местности. Именно этих птиц мы видим каждый день в городах России. Впрочем, обитают домовые воробьи во всей Европе и Азии, а также на других материках и некоторых островах. Домовый воробей – это самый распространенный вид птиц, который насчитывает более 1,5 миллиардов особей. Продолжительность их жизни составляет от 4 до 11 лет. Часто воробьи обитают колониями, но для размножения они образуют пары и, как утверждают ученые, на всю жизнь. Самец отличается от самки наличием большого черного пятна на горле. Домовые воробьи в основном ведут оседлый образ жизни и дальше 2-3 километров от своего поселения не улетают круглый год. Но при неблагоприятных условиях они могут перебраться в более подходящие для них места. Воробьи весьма плодовиты и в течение лета выводят 2 или 3 выводка. Когда птенцы покидают гнезда, они обычно сбиваются в стаи, образуя иногда скопления до нескольких тысяч особей. В этот период происходят расселения и кочевки воробьев. Питаются эти птицы растительной пищей, а также насекомыми. Уменьшение популяции воробьев может привести к нарушению экосистемы и опасному распространению вредных насекомых. Примером может послужить сознательное уничтожение воробьев в Китае в 1958 году. После жестокой расправы над этими птицами урожай в стране стал почти полностью съедаться расплодившимися насекомыми-вредителями, что стало ключевой причиной Великого китайского голода, продлившегося 3 года. За это время в Китае погибли миллионы людей –